Всем привет! И в этот раз я покажу вам, как сделать игру «Отскакивающий фрукт» в скретче. Сейчас я покажу вам эту игру. Вот, я запускаю ее. И тут у нас такое меню, где такие буквы сюда выскакивают и такими как бы волнами. Кто-то такие волны, так вот они двигаются. Также, если мы смотрим еще раз, такая платформа тут движется, и яблоко падает, а платформа два раза отскакивает и падает. И сразу же, давайте посмотрим еще раз, не успеваю. Вот яблоко падает из... Вот оно только тут еще есть. И вот кнопка старт, которую, на которую, когда мы наводим мышку, она вот так вот делается больше медленно, а потом назад делается меньше. Итак, если мы нажмем на кнопку старт, очень классная анимация, все улетает. И движется платформа, и яблоко вылетает, и мы можем нажать, я могу, куда я нажимаю, туда яблоко и движется. Причем, если я зажму мышку, вот, яблоко никуда не движется за мышкой. Вот, и также, надеюсь, вы запомнили, какая первая платформа была. Вот, если мы опять поиграем, вот опять вот эта платформа. То есть вы можете заметить, что первая платформа всегда вот так движется. Ну и также есть минус, что иногда просто вы обязательно проигрываете, но там невозможно не упасть. Это минус, но можно его, конечно, исправить. Так, теперь... перейдем к созданию нашей игры. Так, вот проект, и в нем сначала мы, конечно, ну вы, какой вопрос? У тебя это на английском, можешь перевести на русский? Ну, да, ты... Ну, спасибо. Вот, ну, тут особенно-то... И... Я назад на английский язык перейду. Ну, я... вот эту вот кнопку нарисовать спрайт. И, кстати, тут я выбираю кисточку вот так вот. И тут у меня имя спрайта, и я называю спрайт. Давайте фрукт. Не буду называть игрок. Да, это и есть игрок. Я сразу делаю x0, y0. Я в костюмах рисую костюм. У меня будет... яблоко. Я называю яблоко и конвертирую в растровую графику. Вот. И теперь в растровой графике я могу рисовать пиксельно. Вот. Я делаю размер кисточки там 2. Это хороший размер. И также выбираю какой-нибудь красный цвет. Это такой классный красный цвет. Теперь вот кисточку вообще всем не видно или еле видно, поэтому я делаю так больше. Так. Ну, так, мне так неудобно рисовать в растровой графике. Я сделаю, было очень близко. Так. Также вот вы можете
все приближать и удалять, если вы зажмете Ctrl и будете крутить колесико мышки. Если вы будете крутить вверх, то будет приближаться, если вниз, то отдаляться. Вот, итак, и я рисую что-нибудь такое, похоже на яблоко, надеюсь, похожее. Ой, это точно не похожее. Ну, что-то вот такое, но я сделаю его более таким яблочным. Я сделаю более яблочное яблоко. Ровное или неровное? Похоже, что оно ровное. Так, и я также делаю размер этому фрукту в 1350. Какое ужасное яблоко. Ой. Когда вы еще ластик берете, надо его тоже делать маленький. Ну, вот, уже хорошее яблоко. Итак. Я выбираю какой-нибудь такой коричневый цвет. Рисую вот такое. Теперь выбираю какой-нибудь зеленый цвет. И рисую... нет, не вот такое. Рисую... нет, подождите, мне что-то пошло не так. Я рисую что-нибудь вот такое. Ну, хоть так. И выбираю теперь черный цвет, и я рисую уже контур. И у нас готово супер яблоко. Вот, можете тут посмотреть, мне кажется, оно классное. Ну, может быть, конечно, маленьким, тогда можно его увеличить. Вот так вот. Например, 2000 вполне подходит. Потому что вот если мы сделаем 100, то яблоко совсем не видно. 2000 хороший размер. Итак, теперь мы запрограммируем, допустим, сначала игру. Когда Learn Fact нажат, мы придадим новое сообщение, которое мы назовем старт. У нас еще будет сообщение меню. Итак. Когда мы получаем старт, мы давайте сразу сделаем, перейдем в... Сначала спрячемся, ждем примерно 3 секунды и переходим в X. Тут нам надо поставить X минимальный. Минимальный у нас... -10.65, y0, и поворачиваемся в направлении 90. Показываемся. И потом мы делаем новую переменную, которая будет называться «двигаться к x». Только для этого спрайта. Я не хочу, чтобы эта переменная отображалась в других спрайтах. Вот. И я беру блок задать двигаться к x, делаю там 25. Так, то есть, когда мы получаем старт, мы сначала прячемся, а потом ждем 3 секунды, чтобы платформы успели, ну, хоть первая до нас добраться. Потом мы переходим в x, самый минимальный, который у нас может быть для яблока, когда направление 90. И... Нет, мы сначала поворачиваемся в направлении 90. Потом мы показываемся, чтобы уже яблоко было видно, и задаем двигаться к x значение 25. Это у нас будет переменная, куда мы будем двигаться. Какую точку. Потом мы повторяем всегда. Мы изменяем x. И сюда вот вместо 10 мы ставим деление, и мы делим на, давайте ставим 3. И мы делим на 3
двигаться к x минус положение x. То есть, смотрите, что это за блок такой? Смотрите, двигаться к x минус положение x – это двигаться к x – это будущее положение x, положение x – это сейчас, которое положение x. Ну, думаю, понятно. И мы находим разницу между будущим и этим настоящим. Какой вопрос? Можешь немного там наверх листать? Спасибо. И мы можем сделать вот так. Ой, извините, сейчас вот так. Без деления на 3. Но это будет то же самое, что и установить x, двигаться к x. Поэтому мы делим на 3. И что мы получаем? Мы получаем медленное, плавное передвижение в точку, куда нам надо попасть. И также, конечно, поворачиваемся на 45 градусов. Сейчас узнаем. О! Не, как-то быстро крутится. Давайте, может, на 25 градусов. На 10 градусов. Маловато, но ладно. Ну так. Еще раз. И прекрасно. Все отлично работает, только я бы вначале задавала двигаться к x0. Так. И да, у нас теперь не так быстро улетает. Итак, также нам надо, чтобы была гравитация. Для этого мы заходим в наши любимые переменные. Не знаю, какой мой самый любимый раздел блок. Ну, заходим в наши полезные переменные и делаем новую переменную скорость y. Только для этого спрайта. Итак, где мы задаем двигаться к x0, мы там же задаем скорость y. Тоже можно. И тут, где мы все вот это делаем, мы ставим блок изменить y на скорость y. И после того, как мы все вот это сделали, мы изменяем скорость y на минус 1. И теперь мы падаем. А, мы упали. Все, мы проиграли. Так. Также давайте сделаем, опять поставим, когда я получу старт. И мы тут будем повторять всегда. Точнее, мы сначала будем ждать до не мышь нажата. Потом, когда мы это сделали, извините, мы делаем повторять всегда. Если мышь нажата, то задать двигаться к x в x мыши. И ждем, пока не мышь нажата опять. Так. Теперь мы можем протестировать. Все прекрасно работает, только не прекрасно, что мы упали. Чтобы не падать, сделаем новый спрайт, который мы назовем платформа. Итак, называем костюм платформа и конвертируем растровую графику. И размер, кстати, в 2000 тоже. Рисуем платформу. Для того, чтобы нарисовать платформу, берем кисточку размер 1. Берем оранжевый цвет. И ждем, пока у нас получится хороший размер.
Давайте берем мер кисточки 2. Вот так. Вот так. И теперь берем цвет уже более желтый. Убираем размер кисточки 1 и рисуем вот так. Вот. Ой. Потом справим. И берем еще такой тоже бежевый цвет и рисуем тут. Так, то есть у нас такая вот классная платформа получается, которая мы даем контур. Делаем контур. Это мы можем взять, кстати, линию, чтобы сделать контур. И вот у нас прекрасная платформа. Итак, тут делаем, когда я получу старт, мы идем прячемся. Потом мы делаем переменную x, только для этого спрайта, y, только для этого спрайта, скорость y, только для этого спрайта. И мы тут вначале, давайте сделаем новый блок, который будет называться «Создать платформу». С вот такими круглыми значениями тремя, x, y и скорость y. Этот блок нам поможет. И мы вначале вот тут создаем платформу x. Сейчас нам надо проверить. Так, задаем размер 5000. Переходим в x на максимальный. И задаем размер 2000. Так. О, вот 425. Давайте попробуем. 400 не видно. 350 не видно. 300 видно. 305. Ой. 305 видно. 310 видно. 315 видно. И 300... И 320 не видно. Значит, x 320, y минус 75, давайте. Скорость y 0. И тут, это блоки создать платформу. Мы... Нет, не надо. Извините, я выключу демонстрацию экрана. Сейчас включу заново. Тут мы задаем. Нет, не надо удалять переменные. Так. Сейчас я опять включу демонстрацию экрана. Все отлично. Мы задаем x в вот этот x. Задаем y в вот этот y. И задаем скорость y, да. Создаем код самого себя. Теперь, когда я начинаю как он, мы показываемся, и мы повторяем себя. И мы повторяем себя. Нет. И мы повторяем пока не. Повторяем пока не. Положение x меньше, чем... Нет, давайте x меньше, чем минус 320. И мы тут переходим в... задаем размер в 5000. Переходим в x, x. Переходим в x, x, y, y. И задаем размер 2000%. И также изменяем x на минус 5. Изменяем y на скорость y. Скорость y на минус 1 не изменяем. Не изменяем. И после этого мы удаляем. Та-дам. Та-дам. Промазали.
Тогда в яблоке мы перед стартом ждем 2 секунды. О, ну, не сказать прям, что прям точное попадание. Да и сейчас. Надо поэкспериментировать. Та-дам! Нет. Промазали опять. Во, нет, подождите. Сейчас я прям сделаю, чтобы прям в ц. Делаем так. И ура! Нет, нет, нет. Промазали. Промазали. Вот, все, я понял. Сейчас, ой. Сейчас мы промажем. Эх, промазали. В общем, тут надо поэкспериментировать. Вот так. Все уже вон. Я делаю вот так. Это мало добавляет. Вообще. В общем, я сделала 6 так, секунд. В общем, ну, допустим, попали. Почему я вот так? Ну, все, отлично. Попали. Итак, также мы идем в платформу и идем в костюмы. И делаем новый костюм. Отскок. И в этом костюме, смотрите, там, где контур, я контур делаю еще вот так. И вот так. Также я выбираю самый нижний цвет. И делаю его вот так. Еще выбираю вот этот цвет. То есть вы сейчас поймете, что я делаю. Сейчас вы все узнаете. Ой, это уже почти готово. Та-дам, готово. Вот, то есть, я вот эту часть вот переместил как бы. То есть вот, вот эту часть, точнее, вот эту часть я переместил как бы вниз. Она была наверх. В общем, думаю, понятно. И смотрите, вот тут, когда я начинаю покон, повторять пока не, мы также проверяем, если мы касаемся яблока. О, фрукта. Тогда мы передаем новое сообщение. Отскок. И мы улетаем. И тут мы изменяем костюм на отскок. Ждем 0.1 секунду. И изменяем костюм на платформу. Только мы не отскакали. Не отскокили. Ну, неважно. Идем в фрукт. Когда я получу отскок, задать скорость Y в 13 и улететь. Просто задать скорость Y в 13, вот прекрасно. Прекрасно, мы проиграли. Берем платформу. И вот тут, когда мы создали первую платформу, так, мы тут потом повторяемся, да? И мы ждем случайное значение от 0.5, нет, давайте, от 2 до 3 секунд и создаем платформу. X 320, Y случайное значение от 25 до минус 100, допустим. Скорость Y. И тут мы делаем случайное значение. Если мы делаем вот это случайное,
Если иначе, если случайное значение от 1 до 3 равно 1, то мы делаем скорость y 5. Вот, видите, слили платформы вверх. Иначе, если случайное значение от 1 до 3 равно 1, то мы делаем точно так же, только скорость y минус 5. Иначе мы делаем просто скоростью y 0 платформу. Прекрасно. Все прекрасно работает. Мне нравится. Ой. Вот уже можно прыгать по платформам. Ой. Иногда вот оп. Эх. Ой. А, ура. Иногда надо быть часто надо быть настоящим профессионалом, чтобы не улететь. Ой. Спасите меня, помогите мне. Итак, следующая вещь, которую мы сделаем, это поставлю ноутбук на зарядку. А следующая вещь, которую мы сделаем, это мы сделаем меню нашей игре. Мы идем фрукт, и тут меняем, когда зеленый флаг нажат, сообщение со старта на меню. И мы делаем тут, когда я получу меню, мы прячемся. И мы... Стоп, другие скрипты в спрайте. Устанавливаем. А также в... Когда я получу старт, ну тут, повторяйте, да. Мы делаем, если положение y меньше, чем минус 200, то мы передаем меню. Меню уже передается. И в платформе мы, когда я получу меню, стоп, другие скрипты в спрайте, и удаляем этот гон. Устанавливаем. Итак, теперь сделаем новый спрайт. Берем текст меню. И тут мы сделаем буквы для нашего названия игры. То есть большая буква B, еще сделаю с R, буквой R, то есть английского слова red, то есть красный, то есть это будет красная буква, потому что есть буква U в слове bouncy, и есть слово you soy fruit, то есть и они у меня будут разные цвета. Я делаю контур 1, потом я делаю еще or, то есть красный буквы о, я ее делаю красный, я ее делаю в центр, потом сделаем you are. Только буква будет U, U и R. Потом делаю N, NR, делаю костюм NR. И так мы делаем. Так. КР. И делаем
вот это. Итак, итак, продолжаем делать. Делаем. Я уже сделал ФГ. Буква F. Зеленая. И контур я сделаю зеленый. Так, прицеливаемся. И отлично. Точное попадание. Точный выстрел. Потом делаем. Ну, я делаю тут вот. Так. Делаю фрукт. Так. Осталось две буквы. И мы с вами будем программировать эти все буквы. Вот. Все. Итак, когда я получу меню, мы делаем, мы прячемся, мы делаем новый блок, который мы называем он. Давайте вообще создать букву. Сделаем Y. И давайте делаем букву такие, эти, делаем такие шки. И давайте добавим еще цвет. И нажимаем. Итак, тут мы делаем новую переменную Y, только для этого спрайт. И мы тут в этом блоке задаем Y в Y. И ой-ой. Сейчас я перемену. Изменяем костюм на объединить буква и цвет. И создаем кон самого себя. И тут мы делаем так. Мы идем Y 200, допустим. 200. 170. 200 это если. А еще давайте идем размер там. Ой. 500. Ой. Хорошее. Ой. Ну. И... Так, потом давайте 160. 145. Буква B. Цвет красный. Большая. Потом делаем. И мы пишем. Баун. И так у нас уже есть отскакивающий. Мы еще устанавливаем X в 30 попробуем. И мы, смотрите, создаем код самого себя и изменяем x. Давайте попробуем, может, на 25. И, значит, нам надо 75. Минус 75. Итак, и тут мы делаем также. О, смотрите. Мы дублируем вот это, изменяем и дадим x в минус 75. И итак, нам надо умножить на 2.5 плюс 1.5 25. То есть это будет 62.5 x это. И пишем. Фрукт. Так.
А, и тут, кстати, когда мы вот это делаем, мы потом измеряем x на 25. И когда я начинаю как он, мы... А, так, подождите, еще в этом блоке мы ждем 0. Давайте одну секунду попробуем. И когда я начинаю как он, мы показываемся. Еще мы переходим в... Еще мы устанавливаем y в... 200. А еще я забыл, надо сделать 110 y во втором слове. Так, покажемся. И повторяем всегда. Изменяем y на. И сейчас я быстро вот это сделаю. Я потом объясню, как будет это работать. Сейчас пока за мной не повторяйте. Так, еще вот так. Теперь сейчас объясню. Сейчас я еще... Ой, что со мной сегодня происходит? Ну да, работает, только, ну, кстати, мы можем сделать и размер поменьше. И тогда нам его надо будет делать совсем меньше. А мы так не хотим. Я сделаю так. А сейчас... Я тут сделаю, чтобы y был во втором слове фрукт пониже. Вот. Итак. Сейчас перейти. Вот. Теперь я объясняю, как это работает. То есть первое вот это мы... Я вам уже рассказал, как вот это работает, только с x. Изменить y на что-то минус положение y, и это поделенное на 3. Что вот это? Что вот это за такое... Что это за такой сложный крокодил с двумя глазами, в которых написано 15 и 5? Еще какой-то синус у него написан тут на боку. Ничего не понятно. Сейчас будет понятно. Итак, крокодилу отрываем хвост. И рассматриваем хвост. Y плюс. То есть смотрите, у нас переменная y, только для этого спрайта, которая вот это положение в себе хранит. Это у буквы обычная. Но если мы просто делаем вот так, у нас просто вот так. Но я крокодила удалил, которую мы рассматривали. Но тут у нас супер-супер супер-пупер-мупер-бупер. Вот такое классное. Смотрите, тут переменная таймер, которая у нас изменяется на 1. И тут мы берем таймер, умноженный на 15 для большей скорости. Также мы можем сделать просто вот так. И вот мы умножаем таймер. Заменяем на 15. Тут мы берем синус от таймера, умноженного на 5. И умножен на 5 синус. Синус, он нужен, чтобы было такое. То есть, кстати, нам нужен косинус. То есть, смотрите, как это работает. Почему так вот делать?
Представьте, вот такой круг, по которому кто-то бегает. И представьте, что есть другой объект, который всегда переходит в Y, того, кто бегает по кругу. Но X остается такой. Вот, то есть, понимаете, вот получается вот такой, вот такое плавное перемещение. Вот такое. Если вы X сделаете то, что вот так вот изменился, то вы увидите, что по кругу. И тут мы Y прибавляем. Вот. Чтобы у нас было каком-то не посередине. Итак, я надеюсь, всем понятно. И если всем понятно, то мы переходим дальше. Что у нас дальше? Вы, конечно, хотите сделать такое же классное меню, как и в том проекте. То есть мы можем посмотреть опять. Давайте мы посмотрим еще раз, как это все делается, чтобы понять, что мы будем делать. Итак, вот такое меню. Вот это мы уже сделали. Тут еще такая платформа и яблоко. Вот так, понял, скачет. Кнопка старт и вот такая анимация. Классная. И игру мы тоже сделали. Значит, мы приходим назад, и мы запомнили, что мы делаем. Итак, мы идем в платформу. Тут, когда я получу меню, мы, смотрите, берем «если», и мы берем «ничего», и тут ничего не ставим. То есть, смотрите, «ничего-ничего» это означает всегда правда. То есть, когда тут... Смотрите, ничего происходить, то есть не может. А если мы ставим «не», ничего не происходит, то это будет правда. И зачем мы так делаем? Мы сюда ставим «удалить этот кон». Смотрите, после «удалить этот кон» мы ничего не можем поставить. Но мы можем поставить после «если». И это правда у нас всегда будет. И мы тут всегда удаляем кон, но мы можем присоединить другие вот потом блоки. Это вот полезно, может быть. Вот. Можно создать блок, удалить кон и туда вот это делать. Ну, я сделаю так. Итак, потом мы создаем платформу, мы удаляем этот кон, чтобы не было так... Армия платформ так маскируясь под дном, так проплывает из-за того, что он. И они потом еще начнут в игре создавать платформы вам. Потом еще эти платформы будут вам создавать в игре платформы. В общем, у вас начнется непонятно что. Создаем платформу X0, Y0, скорость Y0. О, X0, X320. Давайте даже так. Яблоко. Мы делаем так. Меню мы прячем его. Мы также ждем, смотри, тут 2 секунды. Переходим в X0, Y. 247, дайте 5 минут. По разницам направлении 90. Конечно, так. Так. Вот. О, общем. 195. Поворачиваемся, например, 90. И также мы показываемся. Задаем скорость Y в значение 0. Я дублирую. И повторяем, пока не... Положение Y меньше, чем, давайте, минус 197. И мы изменяем Y на скорость Y. Поворачиваемся вправо на 10 градусов. Изменяем скорость Y на минус 1.
вот это мы убираем. Нам не надо пройти. И потом мы прячемся, когда мы уже упали. Познать, но один раз. Вот. Думаю, уже классно получилось. Но как же мы начнем игру, где наша кнопка старт? Нашей кнопки старт нет, потому что мы ее не сделали. Создаем новый спрайт по названию кнопка старт. Я запустим кнопка. Я выбрасываю графику. Выберу синий цвет. Мой любимый синий цвет. Мой самый любимый синий цвет. У меня много любимых цветов. Значит, не все цвета любимые. Так. И я рисую что-нибудь такое. Такое вот. Что-то такое. И... Вот я такое рисую. Вот такой шкаф рисую. Такая заливка. Ого. Посмотрите, какая классная заливка. Ой, что я делаю? Так, сейчас... Спокойствие, только спокойствие. Сейчас все исправим. Теперь выбираем заливку. О, моя любимая заливка. Ой, подождите, так можно было сделать? А я в платформе там. Андрей урисовал кисть. Также можно вот так. Также можно вот так сделать. Так, стоп, так у нас так и было. Ну вот, давайте так. И мы делаем контур. Черный. Вот такой, что у меня кнопка какая-то квадратная. Я, получается, и мы пишем. Мы пишем. Это, мне кажется, нет, у меня не поместится. Что же мне что-то написать? Напишем. Нет, не вот так, вот так. Вот так никогда не пишите. Так некрасиво получается. Это так вообще некрасиво получается. Эй, в растровой графике вот так пишите. Ар, вот так. Так. Я стеру границу. Стираем границу. Нет. Я сделаю вот так, вот так, вот так, вот так. Я выберу... Ой, так, нет. Я выберу заливку. Теперь цвет вот такой. Второй цвет вот так, такой. И залью этой заливкой. Я не могу линию заливкой залить. Так, сейчас. Подождите, пожалуйста, я не умею нормально кнопки старт в растровой графике. Все, вот так. Я сделаю вот так. Вот так. Так, заливку. И заливаем заливку. Та-дам! Видите, я сейчас себе все испортил. Так, в общем, чтобы было хоть как-то нормально, я сделаю быстро, просто напишу быстро играть, и мы быстро продолжим программировать.
Ну, вот так. Итак, вот отличная кнопка, прекрасная. Когда я получу меню, кстати, даем размер 2000%. Так, Анна, я пока так вот сделаю. Нет, я вот не могу так оставить. Надо сделать так вот так. Сейчас быстро все сделаю и продолжим программировать. Это чего-то я долго рисую. Старт. Играть. Ой. Вот. Да, я получу меню. Мы ждем, допустим, 4 секунды. Сначала прячемся. Ждем 4 секунды. Переходим в x0, y. Минус здесь 15. Повторяем, давайте 25. Поворачиваемся вправо на 25 градусов. Изменяем y на 3. Кстати, мы тут показываемся. Ой. Так, давайте сделаем 36, может, по 10. Лучше было 10 по 36. Да, и мы поворачиваемся на 90. Сейчас мы быстро тестируем. Вау. И повторяем всегда, если то иначе. Если мы касаемся указателя мыши, то мы изменяем размер на. И тут мы делаем. Давайте. 3000 минус размер делить на 3. Иначе изменяем размер на 2000 минус размер поделить на 3. Итак. Так. Также мы проверяем, если мышь нажата, то мы передаем старт. Итак. Когда я получу старт, мы устанавливаем другие скрипты в спрайте. Даем переменную x-скорость. Мы задаем ее 20. Повторяем, пока не x меньше, чем минус 310 феникс. Мы изменяем x на скорость x и изменяем скорость x на минус 1. А также поворачиваемся вправо на 25 градусов. Слава, 5 минут осталось. Успеешь? Угу. Мы уже заканчиваем. Ой-ой-ой-ой. Так, когда я начинаю кукун в тексте в меню. А смотри, тут мы прячемся в конце кнопки старт и переносим это в текст меню. И тут быстро меняем. Скорость x у нас должна быть минус 20, и мы ее изменяем на 1. И повторяем, пока не положение x больше, чем 335, допустим. Так, сейчас быстро тестируем. Прекрасная игра, если мы проиграем. Ой-ой-ой. Сколько у нас... А потом мы удаляем этот контакт. Мы поворачиваемся в направлении 90. Когда мы начинаем как он. Так, уже почти закончили.
Нам надо сейчас. Все отлично. Работает, проигрываем. И у нас отлично. Ну. Еще в самом начале, когда кнопка старт вылезает, мы зададим ей размер 2000. Так. Финальный тест. Так, финальный тест дан, завершен. Игра отличная. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось сделать эту игру. И всем пока.